Вы купили квартиру, взяли ипотеку, платно лечились или учились, а может, занимаетесь частной практикой? В этих и других случаях получите налоговый вычет. Для этого в налоговую инспекцию предоставьте налоговую декларацию, чеки, акты, справки или банковские выписки. Кому положен вычет и какие именно понадобятся документы, подробнее на сайте Министерства финансов края в разделе «Мои финансы» и на сайте налог.ру.